Всем добрый день. С вами Михаил Тамойкин. Мне 62 года. Я ученый по своей специальности, ну, как это, по своему профилю, образованию. Вот, у меня биография достаточно сложная, те, кто меня знает. Я думаю, что человек на 20 стандартных людей точно бы хватило. Вот, я в 8-й день, это начало агрессии России на Украину, нахожусь в шоке. Я все время откладывал запись этого видео, вот разные обстоятельства совершенно. Но вот настало время, когда я хочу все основное выложить, сказать и, в общем-то, сказать самое главное. Вы видите за моей спиной флаг Украины, слава Украине, героям слава. Я это подтверждаю. Почему я, ну, русский, если говорить так, да, вот, хотя я себя не считаю русским уже давно, я себя считаю русичем, вот, вообще потомком скифов, это долгий разговор, сейчас речь не об этом. Я хочу сказать, видео долгое, я хочу разложить все по полочкам досконально, и это видео адресовано в первую очередь русским. Вот послушайте его, посмотрите, у кого хватит смелости, силы, попробуйте со мной подискутировать, возразить, публично возразить, как угодно. Это моя боль. Я нахожусь, еще раз говорю, в очень сложном положении. Я не могу до сих пор в это во все поверить. Я ненавижу Путина, ненавижу российскую власть и ненавижу тех, кто не понимает, что он делает против своего же брата. Это один и тот же народ. Почему, как, кому интересно, смотрите. Переходите на телеграм-канал. А сейчас посмотрите вот стихотворение, очень важное. И переходите на телеграм-канал, ссылка будет внизу.